Детсадовцы Владивостока с размахом отмечают масленичную неделю. Так гуляния прошли в детском саду номер 121. По многолетней традиции воспитатели облачились в костюмы героев русских сказок и подготовили праздничную программу со спортивными играми, танцами и другими интересными активностями. Праздник по случаю масленицы для детей проводится ежегодно. Причем коллектив самостоятельно придумывает программу и шьет костюмы. Дети с удовольствием участвуют в активностях, танцуют, прыгают и соревнуются. Вместе с зимушкой малыши водят хороводы, с весной кружатся на карусели из лент, а со скоморохами бегут эстафету со сковородкой в руках. Во Владивостоке на этой неделе во всех учреждениях образования отмечают масленичную неделю. В детских садах и школах проходят тематические мероприятия, в том числе ярмарки, чаепития и другие культурные события.